так, не хочу всех. Вот так. Ну вот, друзья. Скорее всего, эта концовка начинает происходить. Да, так и ждали. Всем привет! Вы на канале Тайна НЛО, и сегодня для вас есть очень интересный момент. Кто-то из вас, наверное, уже видел несколько удивительных фрагментов, но такие вы еще не видели. Досмотрите до конца этот необычный видеосюжет, поставьте лайк или хотя бы подпишитесь. Нечто похожее было замечено на Кавказе. Несколько летающих объектов шарообразного момента были замечены именно в горах. Очевидцы увидели этот необычный момент, когда начали расставлять палатку. Кто-то будет задавать вопросы, что это спутники, кто-то будет говорить, что это шары. На самом деле вы видите прямо сейчас на своих экранах нечто интересное. Подписчики считают, что это НЛО. И тот очевидец, который снял, он давно здесь находится и лазит по горным вершинам, никогда такого еще не видел. Это видео было заснято 27 сентября 2024 года. Подумайте сами, друзья, что вы видите и реально, что НЛО может быть и на Кавказе. Есть множество других событий, которые вас сейчас напугают. Второе видео необычного формата, которое нам прислал подписчик, рассказал, что множество событий, которые он видел, это он сигнализирует как страшное и необычное явление. Перед вами необычный момент. Подписчик не захотел показывать свое лицо. Ведь то, что он показывает сейчас, вы видите прямо на своих экранах. Это необычный дискообразный объект. Как говорили раньше, эти летающие объекты могут маскироваться под снег. И ведь множество людей, которые видят такие уникальные картинки, считают, что это неправда и фейк. Видео было заснято 16 ноября. Как вы думаете, что здесь не так? После этого необычного видео, как рассказал нам очевидец, с ним связались правоохранительные органы и начали допрашивать, откуда у вас такой необычный видеосюжет. Ведь множество видеосюжетов надо подтверждать. Оказывается, что здесь, друзья, недалеко располагается военная часть. И скорее всего, это и есть секретная разработка, которая похожа на дискообразный объект. Но это не точно. Подписчик оставил очень интересную заметку по этому видео и оставил координаты нам. И попросил, если вам будет интересно, можете приехать и увидеть своими глазами. Но самый интересный момент происходит не только в таких событиях, но и в других. Это видео было заснято, друзья, 18 сентября 2024 года. Точно не буду говорить, где именно, но перед вами необычный летающий корабль, который уходит в туман. За последнее время можно было видеть много чего интересного, и самое интересное это на нашем канале. Не забудьте поставить лайк, друзья, но мы продолжаем дальше. Ведь множество таких космических кораблей, как сейчас мы видим с вами, считается, что это утерянное знание. Ведь нашу планету не понять, кто ее создатель. Но давайте все-таки разберемся. Перед вами нечто похожее на квадратный объект, который уходит именно в туман. Подписчик, который рассказал про это видео, не успел заснять полностью. Он летел так быстро,
что просто-напросто мы еле успели включить камеру. После этого вы видите сами, что происходит. Это видео необычного формата уже может напугать множество людей. Также эти данные засекречены, откуда это было снято и кем. Ведь множество людей, которые считают, что НЛО не существует, на самом деле вы видите прямо сейчас. Но не торопитесь, может это и не НЛО, может это военная разработка, которая идет в ногу во время. Следующий видеосюжет сигнализирует о помощи. Не так давно в этом месте рухнул, как утверждали, метеорит или астероид. На самом деле это не был ни астероид, ни метеорит. Данные также засекречены. Никто не знает, где именно было заснято это видео. Но на видео мы видим, как огромный космический корабль, а именно НЛО, необычным освещающим белым лучом поднимает второй, но поменьше, объект НЛО. Конечно, это странно звучит, но это видео. Но это еще не все. Почему власти скрывали правду? И почему они сказали, что упал метеорит или астероид? Ведь мы на кадрах видим, как НЛО спасает. Множество событий, которые на самом деле от нас скрывают, мы даже не понимаем, что происходит. От нас скрывают много чего. И самое главное, нам врут. Нам врут в глаза, нам говорят, что это так и должно быть. Но самый интересный момент – это то, что мы когда с вами сталкиваемся в необычном формате, и видео, которое мы видим, это уже интересно. Но вы не думайте, что это просто видео, ведь есть каждое видео смысл. Ну и последний необычный формат видео, которое вас, друзья, может и шокирует, я не знаю, как объяснить. Подписчик рассказал, что это видео было заснято именно им. Он увидел, как в небе происходят уникальные вспышки. Но до этого он рассказал, что в этих местах были необычные смерчи и торнадо. Он подумал, что здесь может быть. После этого он увидел своими глазами, как вдали происходят уникальные моменты. И вы это как раз видите. Но что самое интересное, это видео набрало почти 700 тысяч просмотров. Но суть не в этом. Нас, друзья, пытаются обмануть. Ведь множество объектов НЛО пытаются создавать такой необычный фрагмент положительных эмоций на нашей планете, чтобы сбалансировать природу. Мы видели, как объекты НЛО спасали от пожаров леса. Мы видели НЛО, как пытался спасти человека от цунами. Мы видели, как все происходит. Мы видели, как на метеорит упал на Челябинск. Именно взрыв был, не долетел до Земли. Вы думаете, что это все так просто происходит? Нет, друзья, подумайте сами. Ведь мы видим только то, что нам показывают именно по телевизору. А на самом деле, подумайте сами. Может, здесь происходят какие-то другие дела, которые нам неизвестны. Спасибо за внимание, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь. Ну а я с вами прощаюсь.